Здесь умеют не только слушать, но и находить смысл в каждом слове и в каждой запятой. Литературный квартирник – это объединение в кругу друзей и единомышленников. Участники читали как авторские, так и любимые произведения классиков. Осень скверы раскрывает разноцветную листвою. Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобою. На полях идет уборка, собирают люди хлеб, тащит зерна мышку в норку, чтобы был зимой обед. У творчества нет ни возраста, ни границ. Молодые писатели, поэты, чтецы. Здесь те, кого объединяет любовь и интерес к литературе. Организаторы уверены, на этой площадке берчанам откроются новые таланты. Если честно, я очень доволен тем, что наши юные ребята учат такие большие стихи, учат такие красивые стихи и не боятся выступать на публику. Мне этот вечер очень сильно понравился, так как я люблю учить стихи. Потом выступать на всяких конкурсах. Как эстафетную палочку берчане передавали друг другу микрофон. За юными чтецами на импровизированную сцену выходили и опытные поэты. Каждого слушали с большим удовольствием. А после приятный бонус – обсуждение творчества за чашкой чая. Льют дожди, нет просветов, затерялось где-то лето. Ходит осень, бродит осень, с клёна листья сбросил, под ногами коврик новый. Желто-розовый, кленовый.